Ты хочешь, чтобы у твоей дочки были такие же руки, такие же пальцы уточенные, чтобы ни капли жира, чтобы рост был нормальный, чтобы глаза были такие, знаешь, как сказать, большие, чтобы это брови были не сросшиеся, не вот такие вот, а вот нормальные брови просто доброго человека, нос ровный, уши маленькие с мочками ушей, волосы идеально растут и быстро, и густые очень, и седеют, лишь седеют, но не выпадают. Борода мощно растет, если парень, с 15 лет у него будет борода вообще мощная, вот здесь вот особенно, а дальше здесь начнет расти. Потом рост нормальный, потом что еще, талант к искусству. Нормально разговаривать буду с детьми, с тобой я не буду вообще ругаться, я не конфликтный человек. Ты можешь посмотреть, как я с мамой разговариваю, там сейчас выложу. Я вообще не ругаюсь, она на меня орет, я ничего не отвечаю. Ну ты можешь орать, это на твоей совести, но... На твоей совести, короче. Алименты там, выгонять меня. Меня не за что выгонять, я не буду тебе изменять, я не буду пить, курить. Во мне ничего нет такого, за что меня выгнать из дома и пустить на алименты. Только разве что ради твоей выгоды алименты получать. Понимаешь? Но это какое-то предательство, беспринципность. Если у тебя есть деньги там, или просто, ну денег сейчас ни у кого нет, просто ты хочешь, чтобы у тебя ребенок был генетически, чтобы он, зубы идеальные были до старости лет, чтобы он приходит, или она приходит к зубному врачу, они говорят, как так, зубы все здоровые, приходит через 10 лет, как так, зубы все здоровые, приходит через 30 лет, все зубы здоровые, как так, когда же уже зубы-то испортятся, выпадут, когда? Приходят в 70 лет там, ну ладно, коронку поставим, зубы все целые. Это факт. Волосы. Ну, короче, я не знаю, что тебе еще сказать. Ой, блин. Ладно, сейчас сыграю какую-нибудь песенку. Все, давай.